Здравствуйте, сегодня у нас Sony Xperia Z2. Я вам покажу, как разбирается данный аппарат. Для того, чтобы разобрать этот аппарат, надо снять заднюю крышку. Она приклеена на двухсторонний скотч по периметру и посередине тоже. Ее надо подогреть. Для этого мы используем сепаратор, нагреваем ее градусов до 100 и будем отделять. Так по периметру визиткой проходимся. Крышка стеклянная, используя скальпели и металлические предметы, можно ее легко сломать. Визитка как раз идеальный инструмент из подручных средств. Итак, крышка снята, затем отщелкиваем коннектор аккумулятора и отгибаем в сторону шлейф. Отщелкиваем коннектор нижнего шлейфа и снимаем батарейку. Батарейка у нас прикручена на два винта. Предполагалось, что она приклеена, как в Xperia Z, но нет, она здесь не приклеена, только прикручена. Поэтому подогревали зря. Откручиваем два нижних винта, которые держат полифонический блок. Щелкаем коаксиальный кабель и отрываем и отгибаем шлейфики микрофона, которые прикреплены к полифоническому блоку. Шлейф динамика. А также шлейф вибромотора. И снимаем полифонический блок. Он возле динамика тоже приклеен на двухсторонний скотч. Затем снимаем камеру. Скручиваем все винтики, которые держат плату. Камера у нас массивная, с большой линзой. Так, вытаскиваем плату. Отщелкиваем коннекторы сенсора и дисплея. И будем отклеивать шлейфы, чтобы не были приклеены к корпусу. Затем разогреваем на сепараторе до 100 градусов и опять же визиткой будем отделять дисплей от корпуса.
снизу дисплея работаем аккуратно, чтобы не вставить подсветку под нее. Здесь внизу идут шлифы, потому здесь надо особенно аккуратно эти осколки удалить и аккуратно оторвать дисплей. Так, дисплей снят. Телефон разобран. Дисплей мы сохранили целый. Что будет дальше с дисплеем, это уже совсем другая история в других видео. Всем спасибо за внимание. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.